Всем привет! Хотел бы рассказать о таком ивенте, как Золотой Путь, что он из себя представляет и вообще интересен ли он нам. Ну, Золотой Путь представляет из себя вот такое вот поле, в котором мы кидаем кубики. Кубики можно кидать бесплатно, то есть если мы достали бесплатные кубики из различных там событий и ивентов за пополняшку, за ежедневный заход и так далее, различные бывают, даются бесплатно, или бросок стоит 150 реальных адамантов, за бонусные кидать нельзя. Также есть двойной бросочек, то есть если мы даем 300 адамантов, вот сейчас я кину, то мы получаем удвоенный бонус. То есть вот, да, кидаем, смотрите, попадаем на, вот, попал я на кристалл воли, видите, он один, одна здесь штука, но я получил два. И также есть пятерной, то есть то же самое, то есть стоит 750 адамантов. И если мы попадем, соответственно, то уже получим 5, если мы сюда же попали. Также, как только вы накопите 100 очков, то есть очки — это каждый бросок. Если вы используете двойной бросок, то даются 2 очка, если используем пятерной, то 5 очков. Дается автокость. Это кость, которую мы сами выбираем, какое нам число здесь выкинуть на костяшки. Ну, очень такая интересная штука. Особенно если нам что-нибудь надо, выбираем. Ну, в принципе, конечно, при условии наличия адамантов. 750 адамантов 5 раз и кидаем, куда нам надо. То есть, например, если вот камни души титана, мы получили, то есть выбрав нужное, 150 штук сразу. Вполне неплохо. Так, что еще тут можно рассказать про данное мероприятие? Ну, то, что в основном бывают здесь вещи такие, вот месячные ивенты идут, например, сейчас, ну и частенько разработчики ставят сюда подмесячные ивенты. Также практически всегда какой-нибудь сет, как вот сейчас эльфийский сет. Ну, камни титанов, вот сейчас последним обновлением камни души титанов стали ложить с последним обновлением. То есть пока у нас особо брать их негде, только либо за донат, либо, то есть как в этой игре, либо за бонусные адаманты прокачивая различными ивентами. Ну, на этом, пожалуй, все. Всем спасибо, всем пока, до свидания.